Ассаламу алейкум, приветствую вас на канале Front Studio. Показываю вам видео, где проходят обыски в мечети. Хотя я точно не знаю в данный момент, почему, от чего. Но, скорее всего, из-за вчерашнего нападения на редакцию тележурнала. Или тележурнал, да, журнала в Париже. Насчет этого, возможно, все это происходит. Все мечети проверяются. Но вот в данный момент на видео я вам показываю, как полиция оцепила мечеть и проводит обыски, возможно. Ну, как я вижу, там прибывают полицейские в гражданском. Да, все оцеплено, вон лента видна. Полицейские в форме. И полицейские, 5-6 человек уже зашли в мечеть. Со своими сумками я видел. Вот такие дела. Возможно, вся эта волна вот так перекинулась уже на мечети. Но в мечетях, я думаю, не учат стрелять, убивать. Но тот, кто хотел этого, того добился, чтобы ко всем мусульманам было вот такое отношение осторожное. Тут видим, выходят два сотрудники полиции. Жалко, зума нету больше. Не могу приблизить. Эксперты вроде вышли. Я точно не знаю, но скорее всего из-за этого все это происходит. Скорее всего. Других вариантов я не вижу. За вчерашних событий я имею в виду. Может, что-то было в ночью, может быть, не знаю, вообще не знаю, не знаю, не знаю. Как говорится, мой канал вне политики и вне всяких движений на почве ненависти к друг другу. Мы за мир во всем мире. Видимо, опять заходят полицейские, выходят полицейские. Как мне позвонили и сказали, вот этот район полностью оцеплен, никого не впускают, не выпускают. Выпускать-то выпускают, но никого на машину не впускают. И время у нас, время сейчас скажу, 9:29, 8 января, четверг. Или здесь что-то случилось вообще другое, может, мотивация вообще другая, может быть.
Нет. Скорее всего, в мечеть ночью кто-то проник, потому что они через забор, он смотрит, кто-то перелазил, отпечатки оставил. Точно, точно. А в мечети что-то было, значит. В мечети что-то произошло. Это возможно даже. Возможно даже что-то. Я не скажу что, но раз столько полиции понагнали. Надеюсь, это не убийство. Возможно, кто-то попытался поджечь, хотя если был бы поджог, скорая была бы. Хотя тут даже в данный момент и скорой нету. Мы не видим ни скорой, ничего. Нету тут скорой. Только криминалисты. Такие дела, друзья. Но я буду оставлять вас в курсе всего этого события, что тут произошло в мечети. Всем удачи, мирного неба, без бомбежек, без стрельбы. Подписывайтесь, конечно, на канал, чтобы быть в курсе всех видео на моем канале. Будем смотреть, что дальше. Салам алейкум.